Друзья, добрый день. Давно не было видео. И вот видео с моего объекта, где теплые полы я показывал, как разматывались. Это продолжение. Была задержка здесь практически месяц. Связана она была с тем, что в котельной отсутствовала стяжка, не были покрашены стены, не было плитки на полу. Я ждал, когда этот этап работ будет сделан. Вот он завершен. И у меня была неделя для того, чтобы собрать котельную, повесить котел, вот он сзади за мной, соответственно, сделать обвязку, бойлер установить. Ну, давайте я покажу более подробно. Собственно говоря, вот так вот выглядит котельная. Это шкаф теплых полов. Здесь шкаф радиаторов первого этажа. Соответственно, шкаф еще сам не надет, не хватило времени у меня на это. Собран узел водоснабжения. Здесь вот находится запорный кран, счетчик, фильтр промывной Волтек дюймовый. В ходе здесь и трубы в дальнейшем идут 25, ну то есть как бы 3 четверти. Фильтр я считаю необходимым ставить большой, большого диаметра. Там сетка, площадь сетки в несколько раз больше. И это позволяет ему, ну ресурсы его просто увеличивает. Соответственно, оставлены выводы с байпасом для подключения фильтра химической очистки. Фильтр, вероятнее всего, колонна будет стоять вот здесь, вот в этом месте. Сделаны отдельные гребенки. У нас получается гребенка водоснабжения. Первый этаж, второй этаж, бойлер ГВС. Вот в этом месте, здесь это краны под электропривод. Я пока что еще, идет здесь покраска, поскольку пыль, грязь, я не стал электроприводы ставить. Стоит здесь система Гидролог Professional с самыми большими электроприводами. В рекламе они ломают карандаш, вставленный внутрь крана. Я в своей жизни, в своей квартире имел опыт с электроприводами меньшей мощности. Опыт был печальный. И поэтому сейчас вот себе я заменил систему. Рекомендую всем другим. Я ставлю, гидролог мне нравится просто, потому что аккумулятор там 12 вольт на краны идет, а не 220, как в простых сериях Нептуна, например. Вот, ну и Нептун в целом дороже. Аквасторож, вот у меня с ним были большие проблемы, и после я не хочу с ним связываться. Соответственно, я себе и другим рекомендую гидролог с электроприводными самыми мощными, профессиональными. То есть даже на трубы 1-2. Это залог просто надежности и долговечности их работы, потому что у них получается нагрузки фактически нет никакой. Фильтр Big Blue 20, гребенка ГВС. Соответственно, вот эта труба, это выход ГВС бойлера, и уходит одна ветка на первый этаж, на второй этаж. Также здесь стоят электроприводы, то есть в случае, если на первом этаже или на втором будет у нас сработка по протечке, то не будет отключаться тот этаж, на котором все в порядке. Циркуляционный насос, это идет циркуляция в бойлер, и вот две ветки, которые идут с первого и со второго этажа также. Блоки гидролог будут вот здесь вот стоять, ну чуть позже я покажу это в следующих видео. Расширительный бак для бойлера ГВС. Хоть здесь и есть много кранов, и вроде как неправильно ставить бак через краны, но эти краны будут всегда открыты. Для безопасности, опять же, на самом бойлере, без всяких кранов, я установил сбросной клапан аварийный на 6 бар. Это максимальное давление, которое выдерживает бойлер. И манометр. Соответственно, если вдруг кто-то по какой-то причине, по глупости или там по необходимости перекроет бойлер, то при повышении давления в нем аварийный клапан сработает и позволит без разрушений эмали и стенок обойтись. Соответственно, установлен расширительный бак. Мне очень понравилось решение это не только у Волтека есть, и других, и более дорогих, скажем, кранов.
Ну, вот этот кран стоит что-то в районе 3 четверти. В районе там то ли 700, то ли 900 рублей. Сюда вот еще кран на 1 четвертую, если нам надо обслужить. Соответственно, мы закрываем, сбрасываем остаточное давление воды, которое здесь осталось. И снизу, вот здесь вот сосок у нас, клапан шредера. Здесь удобно потянуться насосом, не надо вставать ни на какие-то табуретки. Можно сюда поставить насос велосипедный, ну, если более профессиональный, шланг у него дотянется донизу. Ну, или манометр подключить опять же сюда. Не надо пользоваться, еще раз говорю, никакими табуретками. Вот. Опять же, чтобы не было завоздушиваний, ни в гребенке вот в этой, поскольку это самая высокая точка получается, в бойлере лишний воздух тоже не нужен. Сверху стоит воздухоотводчик. Решение вот эти вот быстросъемные, забыл я на лед посадить, быстросъемное решение, когда откручивается и там клапан внутри, мне не очень нравится, если честно. Я по возможности стараюсь устанавливать снизу дополнительный кран вот воздухоотводчиком. Стоит этот кран 350-400 рублей, ну, от Valtec в частности. Я считаю, это не такие большие деньги для удобства. Если вдруг начинает воздухоотводчик подкапывать или заменить его надо, с краном гарантированно я могу его перекрыть. Дальше, соответственно, узел обвязки котельной. Это насосно-смесительные узлы теплых полов, первый этаж, второй этаж. Здесь трехходовой стоит с электронной регулировкой, датчик температуры у него электрический, цифровой. И, соответственно, вот этой крутилкой мы задаем температуру. Здесь прям цифры отображаются. И трехходовой клапан ее поддерживает. Узел насосно-смесительный теплых полов второго этажа. На данном объекте второй этаж полностью укатан теплыми полами. И через тройники узел насосной радиаторной сети. Соответственно, две трубы вот эти вот пошли к коллектору, который на втором этаже установлен. И от тройников в другую сторону у нас установлен коллектор радиаторов первого этажа. Котел повезло еще заказчику купить. Он закуплен был месяца три назад, наверное. Это Бакси Луна Дуотех. Конденсационный одноконтурный котел. Сейчас в продаже их найти в Москве, по крайней мере, очень сложно. Под заказ. И говорят, что их покупают раньше, чем они успели приехать. Ну, то есть предзаказ на них получается. Соответственно, расширительный бак, поскольку система, я посчитал по объему, она довольно большая, здесь больше 100 литров получается, и встроенного расширительного бака, я посчитал, будет недостаточно. То есть большое количество теплых полов, труб. Вот, и установлен дополнительный расширительный бак. Он установлен, обратите внимание, уже без всяких кранов, потому что это система отопления, и здесь такие шутки не нужны. Установлен он до обратного клапана к этому котлу. То есть я посчитал, что внутренний бак расширительный, если вдруг вот здесь кто-то краны перекроет, на сам котел того бака хватит за глаза. А соответственно, если он был бы подключен вот с этой стороны обратного клапана, то не очень хорошая была бы работа, он был бы как бы отвязан от сети у нас. Обвязка котла сделана нержавеющими трубами производителя Valtec. Трубы диаметр 28, котел здесь на 30 киловатт, 1.28 на 28, по-моему, он 30, с учетом того, что он конденсационный. И трубы вот такого диаметра. Был бы 24-й котел, можно было бы и 22-й трубой обойтись. Соответственно, были сделаны метки, чтобы при опрессовке увидеть, чтобы трубы не выскакивали. Вот на этот узел обвязки ушло 4 метра трубы.
ровно, и остался кусочек 5 сантиметров. То есть прям тютелька в тютельку. Соответственно, проведена опрессовка специальными клещами, насадкой типа В. Шестигранник она оставляет после того, как обжимает. Установлен бойлер белорусского производителя на 200 литров. Я вот на бойлеры, ну, когда удобно, это сверху сделал, делаю вот такую штуку. Ну, это дешевле получается, чем отдельные готовые консоли, сборные уже со сбросником, с воздухоотводчиком. У меня вот такой вот вариант. Завоздушиваться здесь ничего не будет, потому что, когда открывается разбор воды, с потоком воды весь воздух будет вынесен из верха бака. Здесь вот остались два конца неподсоединенные труб. Дело в том, что вот на этом месте, сейчас я отойду, чтобы было лучше видно, на этом месте будет установлен электрокотел на 12 кВт. Здесь выделенная мощность 15 кВт. Для того, чтобы при работающем котле можно было включить чайник электрический, микроволновку, лампочки какие-то, 3 кВт я запас оставляю. Выведен кабель 5×6 квадратов. Соответственно, вот здесь вот будет электрокотел, самый простой, самый примитивный, с кнопками вкл-выкл просто и все. И насос к нему будет дополнительно подключен. Сверху я поставлю воздухоотводчик, наверное, сбросной клапан аварийный. Ну, продублирую аварийную группу, потому что если вдруг кто этот котел перекроет, когда будет тот работать. Электрокотел здесь ставится только с одной целью. В случае, если газовый котел вышел из строя, а такое, к сожалению, бывает, и, как правило, это бывает в сильные морозы, потому что скачки напряжения, люди часто пользуются электроприборами, да, напряжение непостоянно, нестабильно, и плата электрокотлов выходит из строя. И, как правило, повторюсь, это бывает в сильные морозы, к сожалению. И вот именно для поддержки штанов, что называется, здесь будет установлен резервный электрокотел, то есть, ну, за минимальные деньги, только на тот случай, чтобы не разморозить дом. То есть, чтобы радиаторы были теплые, а водичку, пока котел ремонтируется, ну, можно там, не знаю, в чайнике погреть. Ну, или на крайняк заглушку вот эту открутить и купить ТЭН сюда, если котел будет долго ремонтироваться. Вот, соответственно, вот такая котельная получается. По дальнейшей сборке будут еще дополнительные видео, когда уже будет более полно здесь все собрано. Я вам покажу дополнительно. Нержавеющая труба мне очень понравилась. Она выглядит красиво очень. И я считаю, что нержавеющая сталь, чем она важна для именно вот узла обвязки между котлом и бойлером. Просто умные настенные котлы, как правило, они все умные, при загрузке бойлера они выходят на самую свою максимальную температуру, то есть это 85-90 градусов. А пластик, полимерные трубы, они при повышении температуры свыше 70 градусов, у них начинается ускоренное разрушение, цикл жизни уменьшается, критически уменьшается. И поэтому я считаю, обвязку бойлера, по крайней мере, необходимо делать только стальными трубами. Это может быть медь, может быть нержавеющая сталь. Ну или кто сам рукодельник, своими руками делает, то можно и полипропиленом сделать, конечно. И в случае того, когда он пойдет пузырями, да, ну, тот, кто умеет это делать, он сможет в течение дня там сам отремонтировать, что-то сделать. И не ждать мастеров, которые могут очень долго ехать, например. Или будет стоить дорого. Поэтому, если делаете для себя, я рекомендую делать обвязку бойлера из стали или из меди. Вот. Также, опять же, до гидрострелки тоже может быть высокая температура. Здесь она будет с обраткой немножко размешиваться. И в, ну, не в теплый пол точно не пойдет, в радиаторную сеть температура немножко будет, но ниже, по крайней мере, чем вот придет. Откуда вот отсюда придет, потому что, опять же, повторюсь, здесь идет у нас смешивание прямой обратки,
и разбавляется немножко, температура падает. Поэтому то, что вот здесь полимерные трубы, это нормально. А до вот этого узла должна быть однозначно сталь. Кстати, первый раз в своей жизни установил латунный уголок под 45 градусов. Видите, вот здесь вот. Раньше я не знал, что такие продаются даже, но вот в Алтек, в частности, есть. Причем стоят они, как обычно, я не сказал, что они дороже. Так что вот такая история. Кому понравилось, ставьте палец вверх, лайки, пишите комментарии. Всем пока!